Хорошо, сегодня у нас первое утро нашего путешествия. Мы поняли, что у нас нету газа, и поэтому мы заварили овсянку на воде. Как заварили, просто залили. И она должна приготовиться. Я еще не пробовал, но Макс говорит, что есть можно. Есть можно, да? Да. Бананы я уже сточил, есть творог, есть вода, есть яйца. Собственно, все необходимое есть для жизни и для путешествия. Такая деревня, Сань. Как называется деревня? И почему это вообще деревня? Потому что здесь ходят утки. На самом деле в Америке очень много животных на улице встречаешь. Белок, уток. Бобров вчера встречали, да? Какие-то? Не бобры, это, наверное, это кроты или что-то такое, я не знаю. Не кроты. А что это было? Я не знаю. Может быть, у нас есть подписчики, которые разбираются в животных. Да, мы да. вам будем присылать фоточки, а вы нам будете говорить, что это за животные. Вот так вот тут уточки переходят. Ну, в деревнях русских то же самое, только там машин меньше. Ну, здесь поцивилизованнее, чем в русской деревне. Дороги есть, да? Дороги есть, машины есть. Да, дороги есть. Машины есть. Все есть, кстати. И уточки есть. It's a holiday when we remember soldiers and people that died in war. What's the people? People that died in war. Ah. So it's a memorial day to. It's a day to remember them. Знаешь, вспоминаешь фильмы эти американские, где там уже с озером кто-нибудь потонул, там потом кто-нибудь ходит, призрак рядом, пытается всех убить, и там, не знаю, потом надо вытащить тело, которое когда-то утонуло, сжечь его там. Всем привет, друзья! Находимся на озере, только что искупались, очень крутой маленький пляж, чистый, все дела, но есть минусы, конечно. Пляжей мало, озеро огромное, но пляжей мало, потому что в основном приватная территория, то есть у людей есть пристань, у них там стоят катера, стоят мотоциклы водные, и туда обычный человек зайти не может. Если честно, я удовлетворен этим пляжем, мы до него далеко ехали, он чуть-чуть у нас не по маршруту, но этого стоило. Друзья, мне только что пришло такое понимание одно, то что сейчас лето, везде. В России, вообще в мире. И очень круто иногда выбираться из города и походить по зеленой травке, по песочку. Это реально классно. Вот. И всем я вам этого советую. Выбираться из города, из кроссовок и идти гулять босиком. Это очень круто.